Приготовим борщ. Берем мясо на кости. Можно брать свинину, говядину или курицу. Предварительно вымоченное где-то с полчаса мясо заливаем свежей водой и ставим на большой огонь. Когда вода начинает закипать, тщательно снимаем пену и убавляем огонь. Дадим мясу повариться минут 30. За это время очистим и нарежем овощи. Добавляем в бульон замоченные сушеные грибы, нарезанный картофель и варим 10 минут. Далее морковь, еще 10 минут. Добавляем капусту. Свеклу натереть на крупной терке, взбрызнуть уксусом, пассеровать на подсолнечном масле 15 минут, до тех пор, пока она не станет мягкой. Посолить, немножко сахара и перекладываем в кастрюлю. Теперь зажарка. Лук обжарить до золотистого цвета. Добавить морковь и добавляем в кастрюлю. Помидоры потушить на сковороде и также добавить в борщ. Специи. Перец черный горошком, лавровый лист добавить по вкусу, а также дольку чеснока. Дать борщу настояться 40 минут и подавать со сметаной. Приятного аппетита!